Всем привет! С вами Комаров Виталий. Сегодня просматривал фотографии и наткнулся среди бумаг на такие вот документы интересные. Это документы об образовании моих родителей и моей бабушки. Ну, документы моих родителей, тут кто есть молодые сейчас смотрят, могут посмотреть документы своих дедов, бабушек. Они вот примерно такие. Это вот документ об образовании моего отца. Министерство просвещения РСФСР. Свидетельство. Настоящее свидетельство выдано Комарову Владимиру Николаевичу, родившемуся в 1943 году, в том, что он обучался в Мещерской семилетней школе села Мещерское Свердловского района Пензенской области. Окончил полный курс этой школы в 1959 году. Все прописью написано. И обнаружил при отличном поведении следующие знания. Я представляю, если вот эту вот графу в современные документы образования ввести. И здесь вот оценки по русскому языку, литературе, русскому языку и литературному чтению. 3. Арифметики, алгебры, геометрии, истории, географии, естествознания, физика, химия, иностранный язык немецкий, черчению, практическим занятиям в учебных мастерских и на учебно-опытном участке. Во как. Это здесь четверки, все остальные тройки. Физическая культура 4. 20 июня 1960 года. Вот такой вот документ выдавался в семилетней школе. Дальше вот он продолжил учиться и получил вот такой вот документ об образовании, переводное свидетельство, выданное моему отцу в девятом классе средней школы рабочей молодежи номер 120 города Челябинска. И переведен в 10 класс при отличном поведении. Ну и следующих успехах. Тут русский, литература, алгебра, геометрия, тригонометрия, история, география, биология, физика, химия, иностранный язык, черчение. Ну все это тройки. Удовлетворительно. Это вот такой вот документ моего отца. Он 43-го года рождения. Такие вот он получал. Уберем эту сторонку. А вот это вот аттестат зрелости. Его получала моя мать. Настоящий аттестат выдан Синицыной Людмиле Васильевне, родившейся в поселке Башмаково Пензенской области 2 января 1944 года, в том, что она, поступив в 1951 году в Башмаковскую среднюю школу, номера нет, Башмаковского района Пензенской области, окончила полный курс этой школы и обнаружила при отличном поведении следующие знания по предметам. Русский, литература, четверка, алгебра, геометрия, тригонометрия, биология, история СССР, всеобщая история, Конституции СССР. Ну, здесь четверки, пятерки, география, физика, астрономия, химия, иностранный язык, английский, черчение, основы производства, четверка. Конституцию СССР изучали. Настоящий аттестат дает его владельцу право поступления в высшее учебное заведение Союза СССР. Буквы «ы» интересно пишется. Не так вот просто, как мы сейчас пишем, а как-то полузаглавное. Выдан 22 июня 1961 года, поселок Башмаково Пензенской области. Директор школы, роспись, завуч. Ну и учителя расписались. Самый такой интересный документ, это, конечно, у бабушки.
моей. Кто молодые смотрят, это ваши прадеды. Они такие получали. Вот он. РСФСР. Удостоверение. Номер 536, что ли. И что-то там еще подписано 385. Вот она. Дальше тут идет такое. Предъявитель сего Игнатьева Мария Васильевна, гражданка села Митрофаново, родившийся в 1916 году, обучался в течение 4 лет, окончил полный курс Митрофановской единой трудовой школы первой ступени Башмаковской волости, Чамбрский уезд Пензенской области в 1927 году, что подписями и приложением печати удостоверяется. Здесь зав общий чего-то тут, зав общего отделения, что ли, зав оно или око, или еще что-то. И заведующий школы подпись. Вот такой вот старинный такой документ. Серп и молот. Здесь вот еще союзных республик. Сколько у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6. По идее, у нас здесь еще 6 союзных республик в РСФСР было. Такой вот документ. Такая вот печать ставилась. Ну вот все, что я вам хотел показать. Надеюсь, это кому-то было интересно. Не забывайте подписаться, поставить лайки. И смотрите мои видео. Что-нибудь в ближайшее время еще выпустим. До свидания.